Сегодня у нас проходит мероприятие «Круглый стол». Это дискуссионная площадка. Проходит она в рамках корпоративного конкурса «Студент года 2018 ЧГУ». Реализуется совместно с Череповецким университетом «Молодой гвардии». А сегодня у нас дискуссия, направленная на повышение активной гражданской позиции молодежи. Вообще в целом весь проект состоит из нескольких этапов. Среди них такие этапы, как образовательно-просветительные. И вот «Круглый стол» является первым из них. У нас участвуют команды студенческого самоуправления, колледжей, техникумов, училища и, конечно же, Череповецкого университета. И поскольку ЧГУ у нас сейчас на сессии, мы поделили наши команды на два блока. И сегодня у нас стартуют команды учебных заведений среднего профессионального образования. Принять участие это было 100% да, потому что это очень важное мероприятие, и темы затронуты очень важные, допустим, участие женщин в политике или также причастность к выборам. Мы социально ответственное население, молодежь социально ответственная, и поэтому решили высказать мнение по этим вопросам. А следующим этапом после сегодняшнего круглого стола мы поделим команды на пары, и уже у нас стартует турнир дебатов. Это следующий этап, который буквально за следующей неделе у нас стартует.